Крыжовник. Там написано с 3 часов, так? Да. Мы приедем, а там никого нет. А-а-а. Такое же возможно. Так-то можно было бы не звонить. Либо надо нам приехать к 3 точно. Или не раньше. Можно, конечно, попробовать. К 3 приехать. Не, ну если увидим вот Wi-Fi, пойдем. Нет, ну можно еще, я думаю, будут места, где мы можем провести время. Там щедро, какие-то места. Это сейчас, значит, поехали всего 12, понимаешь? Нам осталось 120. Надо ехать все скушать, 40 километров вообще. Ну ладно, как я видите, не могу, я уже все нормально. Я и так сейчас это тоже. Нет, я их понимаю, действительно, одна в колее. На встречу, как назло, машины едут. Погнать сложно. На встречу, мне кажется, даже больше едет, да? Ну да. Как назло, вот здесь свободное и сзади никого нет. И обгоняй, пожалуйста. Никого нет. Там закон плотности. Плотности. Какой закон? Кто-то появился. Дуб? Кто-то появился. В смысле? Чтобы тебя перегнать. А, да. Маячик. Несется. Двое. Двое, один за ним. Они сейчас его будут обгонять. Места достаточно, чтобы они. Я больше не шумно. Здесь они должны. Давайте, раз. Ребят. Раз. Пошел. Пошел. Третий пошел. Молодцы. Вот это нормально. А то пристроится, едет и не обгоняет. Разглядывает. Разглядывает, да. Что за чудо? Калиновка. Всего лишь. Вот смотри, этот догнал меня и как назло появилась масса машин. Ну что ж, он опоздал, Сереж. Пустец. Ну да. Что ж ты хочешь? Еще обои.
Слушай, а сколько сейчас градусов? 19,5. Ну? Ну, как вот описать? Нет, ну, ехать очень комфортно, я тебе скажу, в такую погоду. Ну, я тебе говорила, 18-20 градусов, а ты говоришь, ой, как бы это можно, это что, еще будет, вот тебе. Вчера был момент, когда я без конца выключал это. Да. Кондиционер. И что? Ну, жарко было уже, жарко. А-а-а. В июне, между прочим. А, нет, конечно, в июне. В июне. В июне, помнишь? Что-то знакомое. Ну что, ну мы его проезжали так немного раз. В Обродск, когда едем. О, смотри, какая красота. Рыжие. Да, вот это красиво. Девочки. Девочки наши. Вообще есть. А? Ну нет. Мирославец. Мирославец. Честно, пожалуйста, конец.
вот здесь вот, слушай, это пипец, здесь, наверное, есть Wi-Fi. Рано? Рано. Потом не хочется какой-нибудь кафешку. VPN, ну, в принципе, можно, да. Когда летишь, может быть, это хорошо. Мы хоть не по автобанам сейчас ездим. Е-30 какой-нибудь там. Благодаря вам все. Только благодаря вам. Только вам. Десятая дорога, видишь? Мухры.